Слава Богу, дорогие! Я переводчик. Без переводчика. Слава Богу! Все отдохнули. Praise God. All of us get rest well. Время пришло прославить опять нашего Господа. To give praise to the Lord. Давид говорит в псалмах: если б не Господь, да скажет Израиль. Кто-то может сказать: если бы не Господь, то где бы я был бы сейчас? There, скажи своему ближнему: если бы не Бог, где ты был бы сегодня? Just ask your neighbor where you will be if God don't come to your life. Наш Бог, наша сила. I don't think about that. Наш Бог, он наша сила. Our God is our strength. Он наше прибежище. Он наше богатство. God is our wealth. Мы можем не иметь ничего. We may not have anything. Но если мы имеем Господа, but we have Him. Мы имеем все. We have everything in Him. Кто-то может сказать на это аминь? Can you say amen to Давайте that? Воздадим ему огромные аплодисменты. Let's raise our hands, let's raise our voices. Хлопнем несколько человек, скажи, давай вместе прославим Его. Touch several people and say, let's Давайте praise God together. Прославим Царя Царей, Бога Богов. Let's praise King of Kings and the Lord of Lords. Восхищаюсь, утешаюсь, радуюсь тебе.
утешаюсь, радуюсь тебе, буду вечно славить имя твое, ведь ты Бог мой, жизнь моя, я люблю тебя, ведь ты Бог мой, жизнь моя, я люблю тебя, ведь ты Бог мой, жизнь моя, я люблю тебя. Еще громче хвалу воздай Господу. Скажи, я буду славить Тебя во всякое время, во всякое время. Thank you.
Твоя сильна, Отец. Давайте еще раз скажем. Как кровь, Господь, Твоя сильна. Господь, мы праведны через кровь Иисуса. Мы праведны через Твою жертву. We are made righteous by your sacrifice. Спасибо Тебе, что Ты вчера, сегодня, во веки тоже. We are grateful that You are the same yesterday, today, and forever. Мы превозносим Тебя. We lift You up. Бесконечный Святой Бог. You are eternal God.
Кто-то молится за своих детей. Somebody is praying for his children. И сейчас Бог проговорил ко мне и сказал: скажи. And now God spoke to me. И кому-то сейчас Бог говорит. And God is telling you. Придут твои дочери и твои сыновья. Your daughters and your sons, they will come. Придут, за которых ты молишься. Those you are praying for, they will come. За которых ты стоишь в проломе. And you are standing on behalf of them. Некоторые из вас уже опустили руки. Some of you have your hands are down. And God is saying to you, do not let your hands down. Пусть твои молитвы поднимаются. Lift up your prayers. Они придут. They will come. Потому что я работаю в их жизни. Because I'm working in their lives. Поэтому если это ты, просто подними свои руки. Just lift up your hands. Благодарить Господа. And start giving thanks to God. Благодари за Его работу. For His work. Которую Он производит. The one He's doing. Когда ты этого не видишь. You even don't see когда that. Когда ты этого не чувствуешь. You don't even feel that. Бог делает свою работу. God is doing His work. У Него есть свои пути. He has His own ways как of doing things. Как Он это сделает? Поэтому Он контролирует все. And He's in control. Давайте еще раз скажем. Let's say it again. Бог, ты над всем царишь, рядом ты. И во вселенной все у ног твоих. Бог, ты над всем царишь, Бог, ты над всем царишь, рядом ты, рядом ты, Бог, и во вселенной все у ног твоих. И давайте будем исповедовать сейчас. За верность Его. Подними свои руки к Нему. Still thanks God for His faithfulness. Скажи спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за Твои ответы. Ты всегда отвечаешь на наши молитвы. You're always answering our prayers. Но у Тебя есть свое время. But you have your own time. У тебя есть свои пути, you have your own ways, которые часто отличаются от наших. And we are not always as our ways are. Мы любим тебя, Господь. We love you, Lord. Благодарим, что ты снабдил нас всем необходимым. We are grateful that you have provided for us all we need. Ты дал нам самого лучшего друга. You gave us the best friend. Спасибо тебе за Дух Святой. Thank you for the Holy Spirit. Спасибо, что он всегда стоит рядом. Thank you that he is nearby. Что он направляет нас. He is guiding us. Что Он ведет нас. He's leading us. Что Он знает конец от начала. And He knows the end from beginning. Мы поклоняемся Тебе, Господь. We worship you, Lord. Мы поклоняемся Тебе, Господь. We worship you, Lord. Мы поклоняемся Тебе, Царь. We worship you, King. Мы поклоняемся Тебе. We worship you. Мы восхваляем Тебя, Бог. We lift you up, Lord. Мы восхваляем Тебя, Господь. We worship you, Lord. Мы восхваляем Тебя, Господь. We worship you, Lord. Мы любим Тебя. We love you. Мы славим Тебя. We praise you. Мы поклоняемся Твоему. We worship to your name. Hallelujah. Oh, yeah. Хвала Тебе, хвала Тебе. Praise, praise to you. А
Отец, я прошу тебя, наполни Духом Твоим Святым. Father, I ask you to fill us with your Holy Spirit. Каждого, кто сейчас нуждается. Each one who is needing that. Каждого, кто сейчас в поисках. Each one who is searching. Кто в какой-то пустыне. Maybe they are in a desert. Драгоценный Дух Святой. Precious Holy Spirit. Я прошу, пусть твоя свежесть придет. Let your freshness come. Пусть твое помазание. Let your anointing. Пусть твой елей. Your new oil. Он наполнит жизнь каждого. Would fill the lives of each one. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Сожги огнем, Отче наш.
больше прийти. Thank you.
Приди, Господь Иисус. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. In the name of Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Ora da barabasa teria la basso coro da barabaya. Come, Lord Jesus. 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 Приди, Господь Иисус. Come, Lord Jesus. Приди, Господи. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. I don't. Come, Lord Jesus. I don't know if this is going to bear witness with anybody in particular or a group. Я не знаю, насколько это будет свидетельством для кого-то конкретно или для всех. Come, Lord Jesus. But I hear the Lord Jesus saying to us. Я просто слышу, как Господь Иисус говорит всем нам. I struggled with this. I struggled with sharing this, but as we were worshiping there, and just before Pastor Scotty. И перед тем, как пастор Скотти вышел, мне такое было побуждение, чтобы поделиться этим, сказать. I heard the Lord Jesus saying, "Give me an invitation. Invite me." Я просто слышал, как Господь говорил, что дайте мне приглашение, просто пригласите меня. Give me an invitation. Invite me in. Просто дайте мне приглашение, примите меня, пригласите меня. Which, if you notice, I was saying, "Come, Lord Jesus." Может, вы заметили, когда я говорил, что Господи, гряди, приди, Господь, это приглашение. Invite me in, invite me in. Это так, как будто бы он говорит, что пригласите меня, пригласите меня, пригласите меня. Invite me in. Пригласите меня. I am your healing. Я ваш исцеляющий. I am your strength. Я ваша сила. I am your hope. Я ваша надежда. Invite me in. Просто пригласите меня. Invite me in. Пригласите меня. Come, Lord Jesus. Господи, гряди, приди, Господь. Come, Lord Jesus. Приди, Господь. Come, Lord Jesus. Приди. Come, Lord Jesus. Приди, Господь. Keep playing. Come, Lord Jesus. Приди, Господь. Give me an invitation. Дайте мне приглашение. Says the Lord. Говорит Господь. I will be for you. Я буду за вас. But you cannot be for yourself. Потому что ты не можешь быть сам за себя. I will be your eyes to see. Я буду твоими глазами, через которые ты сможешь видеть. Я буду твоими ушами, чтобы ты слышал. Give me invitation. Пригласи меня. And I will enter in. И я войду. Thank you, Jesus. Благодарим тебя, Господь. Oh, we're going to pray. Мы будем молиться. We are going to pray. Мы будем молиться сейчас. We are going to give him invitation. Мы пригласим его прямо сейчас. Oh, we're going to give him invitation. Мы сейчас будем приглашать его. Come, Lord Jesus. Приди, Господь Иисус. Come, Lord Jesus. Приди. Just let's pray, because давайте просто помолимся. See how he wants to do this. Просто посмотрим, как он хочет, чтобы это было. Welcome, welcome, Jesus. Welcome, 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 Jesus. Мы добро пожаловать тебе, говорим. Приди, Господь. It's not about us. It's all about you. Все в тебе, Господь. Все в тебе заключается. Welcome, come, приди, come, Господь. Come, добро пожаловать сюда, на это место. Come, come. Приди, Господь, приди. Come приди. Into our homes. Приди в наши дома. Come into our churches. Приди в наши церкви. Come into our ministry. Приди в наши служения. Come, come, Lord Jesus. Просто приди, Господь, мы приглашаем тебя. Come, Lord Jesus. Приди, Господи. Come, Lord Jesus. Приди, Боже. I see a picture. Я просто вижу эту картину. Standing here, I saw a picture of the Lord Jesus sitting beside a door. Когда я стоял здесь, я увидел, как Господь. And he was saying, "If you would just invite me in." Он восседает и просто говорит, если бы вы пригласили меня. Just invite me in. Если бы просто бы пригласили меня. Just invite me in. Просто бы пригласили меня. And I will come in. И я войду.
and dine with you. Я приду и я буду вечерить вместе с тобой. We have to pray. Мы должны молиться. We're going to pray as a group, as a team, мы помолимся как группа, как команда, как церковь. And let's give him invitation. И давайте просто дадим ему приглашение. He is the master. Потому что он господин. He is the Lord. Потому что он Господь. His voice. Его голос. His heart. Его сердце. Glory be to God. Слава Господу. I don't know if you could join hands with the person beside you or just lay your hands on their shoulder or something. Если вы не можете взяться за руки или положить просто руку на плечо своего соседа. And I want you to pray for your neighbor. Я хочу, чтобы ты сейчас помолился за своего ближнего, который сидит рядом с тобой. Just pray, begin to pray for your neighbor. Просто начни молиться за своего соседа. You're not praying for yourself now. Помни, что ты не о себе молишься сейчас. Give invitation to Jesus for your neighbor. Пригласи Иисуса. Tell the Lord Jesus. Invite him in to your neighbor. Lord Jesus, you are invited. Господь, добро пожаловать. Open that doorway now. Open that doorway of ministry. Открой эту дверь служения. Come on, shh. It's time, it's time, it's time, it's time. Настало время. It's time, it's time. Пришло время, Господь. It's time to let go. Для того, чтобы расстаться. It's time, he's saying. It's time. Наступило время. Open, открой, открой, откройся для меня, откройся для меня. It's time, it's time, it's time. Время. It's time. It's time. It's time. It's time. Настало время. Oh Jesus. Somebody needs to move out of their seat. Кто-то должен просто выйти со своего места. Somebody needs to move out of their seat and lay hands on somebody. Со своего места и положи руку на кого-то. Somebody needs to move out of their seat. Кто-то должен со своего места сейчас встать. Просто будь послушен Господу. Будь послушен Духу Его. Положи руку на кого-то. Invitation, invitation. Приглашение, вот это приглашение. Invitation. Приглашение. Oh Jesus, you are welcome, Jesus. All right, let go of your neighbor. Let go, let go. Отпусти соседа, отпусти соседа. Let go of your neighbor's hand. Let go of this. Let go of this. Можете расцепить руки. Руки расцепите, послушайте, пожалуйста, внимательно. Господь просто говорит, что кто-то должен выйти с своего места, со своего сидения и положить руки на кого-то другого. Бог хочет, чтобы мы сделали движение, чтобы мы вышли со своего места. Просто будь водимым Духом Святым. Если Дух Святой тебя побуждает, просто начни двигаться. Тебе не нужен микрофон в руке. Просто начни двигаться, выйди со своего. Если Дух Святой побуждает тебя сейчас, если Он прямо сейчас побуждает тебя, мы даем тебе приглашение. Мы приглашаем тебя. Тебе не нужен микрофон в руке. Мы приглашаем тебя прямо сейчас. Приглашаем именем Иисуса. Приглашаем во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Мы любим тебя, Господь. Давайте, лидеры, давайте, служителя, молитесь, молитесь. Во имя Иисуса. Jesus name. Имя Иисуса. To our God we lift up one voice. Богу поднимаем один голос. To our God we lift up one song. Богу отдаем одну песню. Somebody's gonna get loose this afternoon. Кто-то сегодня получит освобождение. I believe God.
somebody's going to give birth. Во имя Иисуса, кто-то сегодня разродится, кто-то на этом месте сегодня произведет эти роды. Во имя Иисуса. Be loose in Jesus' name. Просто будь свободен во Иисусе. Кто-то помолитесь за эту девушку, пожалуйста. Помолитесь за эту молодую девушку. Наступило время двигаться. Наступило время двигаться. It's time to move. Время двигаться. It's time to walk. Время начать ходить. I need somebody to walk around this sanctuary. Мне нужно, чтобы кто-то начал ходить. It's time to just leave your seat. Просто выйти со своего места. Come on, come on. Пожалуйста, встаньте все. Выйдите сюда. Начинайте двигаться сюда. Просто выходите сюда. Идите сюда вперед. Начинайте проходить сюда по проходу. Выходите, пожалуйста, вперед сюда. Идите сюда. Идите вперед дальше. Просто идите ногами. Идите сюда. Идите, проходите сюда. Продолжайте идти. Выйдите со своих мест. I know it's strange. Just я знаю, что walk это странно, me. Просто начните. Идите за мной. Walk with me. Come out your chair. Come out your chair. Выходите из своих мест, yes. Проходы, идите сюда, вот за нами. Давайте выходите. Just begin to walk. Just begin to walk. Просто начните ходить, начните двигаться. Just begin to walk. Начните движение. Just begin to walk. Начните ходить. Come on, get begin begin to get to work. Yes, the car. What an area for. Shake it up, shake it up. Just begin to walk. Просто начни ходить. Come on out, come on out. Выходите, выходите. Come on out, come on out. Выходите. Come on out, come on out. Выходите. Come on out. Выходите. Come on out. Выходите сюда, идите сюда. Just begin to walk. Просто выходите. Come on. Давайте вот сюда, идем сюда. Начните ходить, просто идите, двигайтесь. В вашем хождении. Идите, идем, идем, продолжаем идти. Ножками двигаем, не задерживаемся на месте. Продолжаем идти. Идем, идем. Ходим, ходим. Кто-то сейчас освобождается. Кто-то получает свободу. Кто-то получает свободу. Просто ходи ножками. Просто ходи. Давай, ходи ногами. Come on, mama. Идите сюда. Ножками двигай. Просто ходи. Just keep walking. Просто продолжай ходить. Yes. Your healing is in your walking. Ваше исцеление в вашем хождении. Yes. Просто начни двигаться, начни ходить. Продолжаем ходить, не стоим на месте. Thank you, Jesus. Yes, yes. Thank you, Jesus.
problems? У кого проблемы с лодыжками? Who is the one who's having pain in their ankle? У кого болят суставы в области лодыжки? В правой ноге. Who is this one? You're up here. The right ankle? Правая нога болит, лодыжка болит у вас. Just lay your hands right там, there. Просто положите руку туда. Lay your hands on her. Просто на нее руку положите. Те, которые рядом с этой женщиной стоят, положите Let's на нее pray руку. Right now. Давайте Father, in the name of Jesus. Помолимся прямо сейчас. Отец во имя Иисуса Христа. Heal that ankle. Исцели эту лодыжку. Restore that ankle. Восстанови эту лодыжку. Correct that ankle. Прямо сейчас исправь. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Now ask her. Спросите ее. If she feel any difference. Спросите, если она чувствует какие-то изменения в лодыжке. You feel better. Вы чувствуете лучше. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Do what you couldn't do with it. Can Сделайте you move то, что вы не могли раньше делать. Вы можете походить, пошевелить ей. Можете подвигать, покрутить то, что вы не могли Make раньше sure. сделать. Да? Удостоверьтесь Make в этом. Sure. Просто удостоверьтесь Hallelujah. В этом. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Благодарим тебя, Иисус. Pastor Scotty, there's more, but I'm going to turn this over to you right here. Передаю микрофон Скотти, где он? Glory to God. Somebody having trouble with their eyes. У кого-то проблемы с глазами. Somebody having trouble with their eyes, planning to go to the doctor for their eyes. Кто хотел пойти к глазному? Anybody here? У кого кто хотел планировал пойти к глазному доктору? This lady here. Вот женщина там, да? You right here? Вы, да? See Jesus. Well, there's one more. Planning to go to the doctor. You have an appointment to go to your doctor. Уже назначили прием к врачу для того, чтобы проверить ваши глаза. Make sure. Просто удостоверьтесь. Okay, come here quick if you can. Пожалуйста, выйдите сюда вперед быстренько, если можете. You have an appointment. Если у вас уже есть назначен визит к глазному врачу. Bring her. Пропустите ее, проведите Raise ее сюда, hand, пожалуйста. So Поднимите руку, чтобы они вас видели. Пропустите эту женщину. Right here you have an appointment for your doctor. Вас назначат прием к глазному врачу. Come on, sister, the Lord loves you. Is the church praying? Come on, we're Церковь praying. Молится, мы молимся, друзья, все молятся за этих женщин. Anybody else? Кто you еще? Already have an appointment for your doctor for your eyes. Кто еще из вас собирается пойти к глазному врачу? You're coming. I said because I saw women. He's coming too. Does he have an appointment? I want the ones that have already an appointment. Я приглашаю тех, кто уже назначил прием к вашему глазному врачу. У вас есть прием к врачу? If not, it's okay. We'll pray for him, but Мы помолимся за вас тоже. Сейчас я хочу особо пригласить тех, кто имеет назначенный визит к доктору глазному. Ничего страшного. Все нормально. Все в порядке. Now I need some women. Пожалуйста, сестры, some women just stand behind them. Some women, женщины, пожалуйста, встаньте кто-то вот за ними. Just have some women stand Просто мне нужно, them. Чтобы кто-то из этих женщин встал рядом. How many believe in miracles? А кто из вас верит в чудеса? It's not us, it's Jesus. Это не мы, We're это Иисус. Pray for him too. Мы просто помолимся Ему сейчас. Если вы имеете назначенный прием к доктору глазному, пожалуйста, Иисус есть целитель. Come on, church. Jesus is Церковь, the healer. Вы знаете, что Иисус целитель? Amen. Okay, lift your hands. Поднимите руки, пожалуйста. Руки поднимите lift вверх. Both your hands. Поднимите обе руки вверх. Just lift both your hands. Просто обе руки поднимите lift вверх. Them high. Lift them поднимите high. Высоко, высоко, высоко. Let's pray, Father, Давайте in the помолимся, name Отец, of Jesus, во имя Иисуса. We pray for these eyes, мы молимся за эти глаза, for healing and за restoration, исцеление и за восстановление. In the name во имя of Jesus, Иисуса Христа. Eyes we speak to you, глаза мы вам говорим. Be open in Jesus Откройтесь name. Во имя Иисуса Come Христа. Be open in Jesus Откройтесь во имя Иисуса Христа. Будьте восстановлены во имя Иисуса Христа.
прямо сейчас. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I speak to these eyes, I speak to the lenses, I speak to the cornea, I speak to every disease, я говорю к этим глазам, я говорю, обращаюсь ко всякой болезни, ко всякому заболеванию. Restoration, восстановление, recovery, восстановление, restoration in Jesus' name. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, оставайтесь там, оставайтесь, где вы находитесь. Прямо сейчас, откройте глаза, посмотрите на меня, откройте глаза. Вы что-то заметили, какое-то изменение в вашем зрении? Теперь у вас есть разница между тем, что было и сейчас, когда вы пойдете к врачу? Вы какую-то разницу чувствуете? Любые какие-то изменения, перемены? Во имя Иисуса. Восстановление. Восстановление. Во имя Иисуса Христа. Вы чуть-чуть лучше видите своими глазами? Скажите, как что? Check them. Проверьте, посмотрите, поморгайте. Просто проверьте свое зрение, глаза. You see colors a little different. Чуть-чуть по-другому цвета. Could you always see colors or how? Цвета всегда видела. Ты не дальтоник, нет? Нет. Okay. It's brighter. Tell me. Как это по-другому? Это ярче? It's brighter. Да, thank you, ярче. Jesus. Спасибо, Иисус. Full restoration, полное восстановление. Full color spectrum to these eyes. Полностью, чтобы она видела все спектры цвета во имя Иисуса Христа. Full color spectrum. Полный спектр. Open your eyes, tell me if it's any clearer. Цветовой спектр. Скажите, если чуть-чуть. We curse now. All sickness and disease surrounding всякая these eyes. Болезнь, всякая in Jesus немощь в глазах. Name. Во имя Иисуса Христа. Name. Мы это проклинаем во имя Иисуса church. Христа. Церковь, давайте рукоплескать Богу. Смотрите на меня. Какого цвета ваша блузка? Платье красный? Red. Red. А у нее какое платье? Blue. А у него какая рубашка? Клеточка. How many plated? Very good. I think you're right. Give God a hand clap. Воздайте Богу хвалу. Listen, believe God. Послушайте, женщины, верьте Богу. Are you baptized in the Holy Spirit? А вы крещены Духом Святым? Да? Let me hear you. Pray. Помолитесь, я хочу вас услышать. В духе помолитесь, пожалуйста. Now stop. Пауза. So the Lord said, the more you begin to pray, Господь говорит, чем больше будешь молиться в духе, тем лучше твои глаза будут видеть. Outside, теперь не только снаружи, но и снутри. The more you pray in the Spirit, чем больше ты будешь молиться в духе, это Господь говорит так. Wow. If you don't want it, somebody over here will take it. Да, если кто-то здесь не захочет, там кто-то захочет. Amen. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Благодарим тебя. Thank you, Jesus. Благодарим тебя. Thank you, Jesus. Спасибо, Господь. Thank you, Jesus. Спасибо, Господь. Hallelujah. Amen. Here's what else we'd like to do as well. Еще что бы мы хотели сделать, еще одно. If you have any infirmity in your body, если у вас есть какая-либо немощь в вашем теле, not just your eyes, не только в глазах. Какая-то болезнь, какое-то заболевание, какая-то немощь, если есть в вашем физическом теле. Я буду служить словом через некоторый момент. А потом мы продолжим в этом. Но мы бы хотели это перенести на другой уровень. Если вы кого-то знаете, кого нет сегодня здесь с нами, но им необходимо чудо от Бога, запишите их имя.
And what they need to happen on a piece of paper. Что нужно, какое им нужно исцеление? На листочке бумаги просто запишите имя и в чем нужна им помощь. Give it to an usher or bring it Дайте forward. Дайте ашеру или принесите сюда. Whatever works. Whatever, however that can, да, can, то есть как, that can happen. Как хотите, сделайте, или передайте, или сами принесите. So we want to pray for everybody here who has any need physically. Помолиться за каждого, кто находится здесь, у кого есть физическая нужда. But we also want to pray over those that you're believing for. Но также мы хотим молиться за тех, за которых вы верите, которых нет здесь. I mean, if you have someone in your family who needs healing. У кого в вашей семье есть исцеление, кому-то нужно исцеление, их сейчас нет здесь. In Jesus' name, we're going to believe God. But write those names down. Во имя Иисуса Христа мы будем верить, но пожалуйста, запишите их имена. And we're going to pray over that at the close of this session. И в конце этой сессии мы помолимся за них. Поэтому. But what I'd like you to do right now is give God a shout and clap of praise. Ну что бы я хотел, чтобы вы сделали сейчас? Просто воздайте Богу громкую, громкую хвалу. Yes. Hallelujah! Come on. Let you be seated. Спасибо, Иисус, пожалуйста, садитесь. We live in times of very intense spiritual warfare. Мы с вами живем во время очень интенсивной духовной войны. And we do not fight alone. И мы не воюем сами только лишь одни. We do not war alone. Мы не воюем в одиночку. And I want to just say to all of you, всем вам, these great men and women of God who are seated here today, всем замечательным мужчинам и женщинам Божьим, которые сидят сегодня здесь, this team that is behind me, that was behind me, команда, которая стояла вот за нами здесь, these men of God that are doing our translating, переводу тоже. I'll go to war with you anytime, anywhere. Я с вами хоть в бой, хоть в разведку. We are better together. Вместе мы лучше. We need each other. Мы нуждаемся друг в друге. The Bible says that we are made perfect or complete. Библия говорит, что мы сделаны совершенными. By that which every joint supplies. Тем, что каждый превозносит в общее тело. Hallelujah. Hallelujah. I thank God for you. Благодарен Богу за вас. I thank God for the calling that is on your life. Благодарен Богу за тот призыв, который Бог поместил на твою жизнь. And for what we can do together. И за то, что мы можем с вами сделать вместе. One can put 1,000 to flight. Один может по 1,000 победить. Two. А двое. 10,000. Hallelujah. Glory to God. Слава Богу. So I thank God for the opportunity again and the privilege to be a part. Благодарен Богу за эту возможность и за эту великую привилегию снова быть здесь, быть частью этого. This house. Частью того, что происходит в этом доме. Вот этой замечательной конференции. И быть соединенным вместе с вами. I have a word tonight for, I believe, not just one person, but quite a few people who are gathered here, or maybe listening or watching. И сегодня я имею слово, и я верю, что оно не только для кого-то лишь одного, но для многих, для нескольких людей, которые присутствуют здесь и которые также смотрят. This afternoon, as I was praying over this service tonight and asking God, what did He want me to say and what did He want to do? И сегодня, когда я молился после обеда о том, что Бог желает, чтобы я сказал, чем бы я поделился вместе с вами. He said there'll be many gathered tonight who are facing impossibilities in their lives. И я услышал о том, что Бог говорит, что многие присутствующие здесь, они встречаются с какими-то невозможными ситуациями в своей жизни. Things that are impossible in the natural. То, что по природному, по естественному невозможно. For some it's in business. Для некоторых это из вас может быть в бизнесе. For some it's in ministry. Для других это может быть в служении. For some it's in family. Для третьих это может быть в семейной ситуации. But there are things that are going on that need a intervention of the Spirit of God. Но есть некоторые вещи, в которые просто нуждаются в божественном вмешательстве. They need a situation to be turned around. Необходимо, чтобы полностью вся ситуация развернулась на 360 градусов. They are believing for a turnaround in that family member. Они верят в то, что в жизни этого человека, в их семье произойдут какие-то перемены. They're believing for a turnaround in that son or that daughter. Они верят, что будут изменения в жизни сына или в жизни дочери.
Well, this is what the Lord says to us tonight. И то, что Господь говорит нам сегодня. I am the God of the turnaround. Я есть Бог изменений. I am the God of your turnaround. Я есть Бог твоих личных перемен. I am the God who makes a way where there is no way. Я Бог, который находит путь там, где нет пути. How many of you are believing tonight for a turnaround? Кто из вас верит об этом глобальном изменении в той ситуации, в которой вы оказываетесь? Say that's me. Скажи, это я. Tonight is your night. Сегодня твой вечер. He is the God of the turnaround. Потому что Он есть Бог перемен, кардинальных перемен. Turn with me to the book of Isaiah, chapter 6. Давайте откроем шестую главу книги пророка Исаии. Glory to God. Слава Богу. Book of Isaiah. Книга Исаии. Chapter 6. Шестая глава. We have come through two very difficult years. Мы прошли через два очень сложных, тяжелых года. Our church ministry in the last two years did probably around performed probably 50 funerals. Наверное, на протяжении этих последних двух лет у нас мы похоронили больше 50 человек. Даже брат подсказывает, 75 похорон было за эти два года. За два года всего лишь. Поэтому мы прошли через очень тяжелое время. Have come through a difficult season. И некоторые из вас также прошли через тяжелый сезон. How many of you lost loved ones in the last two years? Кто за последние два года потерял близких, родных людей? How many of you lost close friends in the last two years? Кто из вас потерял близких, друзей? We can all relate. То есть мы все понимаем, о чем мы говорим здесь. In Isaiah chapter 6. И Исаия 6 глава. Verse 1. Первый стих. In the year King Uzziah died. В год смерти царя Озии. It's a dark hour when the king dies. Когда умирает царь, это темные времена бывают. It's a dark season when we have to deal with death. Тяжелое время, когда мы сталкиваемся со смертью. The word is sent out, the king is dead. Слово вышло, что царь умер. Everyone hears it. Все услышали об этом. Death is spoken of on a regular basis. О смерти везде говорят повсюду. And the word is sent out. И слово вышло. The king is dead. Царь мертв. And after everything that we've been through in the last two years. И после всего того, через что мы с вами прошли за последние два года. There may be some things in your life that seem dead. Может быть, что-то есть в твоей жизни, что-то, что ты, тебе показалось мертвым. Some things in your life that seem like they will never live again. Что-то в твоей жизни было такое, что ты подумал, оно больше никогда не оживет. Some things in your life that you feel like there's no hope for. Что-то в твоей жизни, о чем ты думал, что для этого нет надежды. Maybe you lost loved ones. Многие из вас потеряли близких и родных людей. Maybe you had some dreams die. Может быть, ваша мечта умерла. Maybe you had some hopes die. Может быть, какие-то твои упования были похоронены. And maybe at times your life can feel like you've just reached a dead end. А может быть, в твоей жизни какие-то были ситуации, где ты просто зашел в тупик. But in the midst of death, но среди смерти, Isaiah, Исаия, makes a powerful statement. Он делает очень сильное заявление. In the year King Uzziah died, он говорит, что в год смерти царя Озии, I saw the Lord. Видел я Господа. Hallelujah. I saw the Lord sitting on a throne. Видел я Господа сидящего на престоле. High and lifted up. Высоком и превознесенном. And the train of his robe filled the temple. И края рис его наполнили весь храм. In the midst of death. Среди смерти. In the midst of impossible situations. Среди невозможной ситуации. In the midst of pain and suffering, среди скорби и страданий, Isaiah said, I говорит, saw the Lord видел Господа, high and lifted up, высоко превознесенного, and the train of his robe filled the temple, и края рис его наполнили храм, his glory filled the temple, вот эта слава, которая наполнила храм, and they begin to cry out, holy, 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 начинают восклицать, свят, 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 Господь Бог Саваоф. I want you to know. Я хочу, чтобы вы знали. That in the hour of darkness, что в тяжелое,
темный час твоей жизни. In the hour when nothing else works. В то время, когда ничто другое не работает. There is a place that we can cast our eyes on the Lord. Есть то место, где мы можем поднять свой взор к Господу. And begin to exalt Him and begin to worship Him in the midst of the darkness. Возносить Его, можем поднимать Его среди часа тьмы. And when we do that, и когда мы будем делать это, powerful things happen. Происходят сильные и мощные вещи. Can we say that together? Можем ли мы сказать вместе? Я вижу Господа. Say, I see the Lord. Скажи, я вижу Господа. I see the Lord. Я вижу Господа. And in that instant, и в тот момент, He moves in the direction of a divine turnaround. Он начинает двигаться по направлению к божественным переменам. As he begins to say, I see the Lord. По мере того, когда он говорит, я видел Господа, во всей славе своей, когда он устремляет свой взор на него. Down in verse 8. Вот тогда в 8 стихе. The Lord asks a question. Господь задает вопрос. Who shall go for me? Кто пойдет за меня? And who can I send? И кого я могу послать? And because Isaiah had seen the Lord. И потому что Исаия видел Господа. Because in the midst of death he had put his eyes on him. Потому что среди смерти он устремил свой взор на него. He turns it around. God turns it around. Бог все это изменяет. Бог это обращает. And then Isaiah begins to say. И вот тогда Исаия начинает говорить. When the Lord asks the question. Когда Господь задает вопрос. Who can I send and who will go for me? Кого послать мне? Кто пойдет ради меня? Isaiah then says. А Исаия потом говорит. Here am I. Он говорит, вот я. Send me. Пошли меня. Hallelujah. Hallelujah. There is a turnaround that God can bring our lives, even in the midst of a culture of death. Даже среди смерти, даже среди темного часа Бог может произвести эти изменения кардинально на 180 градусов. Isaiah gets enlarged. И тогда Исаия, он получает вот это расширение. When there's nowhere else to turn but the Lord. Когда некому обратиться, некуда пойти, только как к Богу. He puts his eyes on Jesus. Он устремляет свой взор на Иисуса. He sets his eyes on the King. Он смотрит на царя. And everything changes. И все меняется. I want you to know, in the midst of all that has happened in the last 2 years. Я хочу, чтобы вы знали, что среди всего того, что произошло на протяжении последних двух лет. Something happened to Isaiah as he got his eyes on the Lord that God is releasing in our lives right now. Что-то произошло с Исаией, когда он устремил свой взор на Господа и то, что происходит с нами сейчас. He moved into a new season. Он перешел в новый сезон. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are believing for a new season? А кто из вас верит в новый сезон? Hallelujah. He moved into a new season. Он передвигается, переходит в новый сезон своей жизни. He moved from death to life. Он переходит от смерти в жизнь. A season of enlargement. Вот этот сезон расширения. And a season of increase. Вот этот сезон увеличения. Glory to God. Слава Богу за это. So He is the God of the turnaround. Поэтому Он есть Бог перемен. If you are believing for a situation that you are facing, если ты веришь в той ситуации, с которой ты столкнулся, to be supernaturally turned around by the hand of God, чтобы рука Божия ее перевернула сверхъестественным образом, I want you to stand up. Я хочу, чтобы ты встал на ноги прямо сейчас. I've got a situation in my life. У меня есть ситуация в моей жизни, that I must have a supernatural turnaround. В которой мне необходимо божественное вмешательство, сверхъестественное божественное. Если это ты, встань, пожалуйста, на ноги. Ненадолго, встаньте на ноги, если это вы. How many of you will unite your faith with me tonight and say, "My God is the God of the turnaround"? Кто из вас соединится со мной в этом убеждении, что мой Бог есть Бог перемен? Do you believe He can do it? Можешь ты веришь, что Он может это сделать? Do you believe He will do it? Ты веришь, что Он это сделает? Do you believe all things are possible as you believe? Веришь ли ты, что все возможно верующему? Amen. Remain standing for just a moment with me. Пожалуйста, оставайтесь еще на несколько минут. In Isaiah 38. В Исаии 38 главе. The days of Hezekiah. Дни Иезекии. Oh, I said he's the God of the turnaround. Я опять же повторю, что он есть Бог перемен. He is the God of the turnaround. Он есть Бог изменений. Isaiah the prophet. Walked into Hezekiah. Пророк Исаия, он вошел к нему. And he said, Hezekiah, get your house in order. Иезекии, он говорит, что приведи свой дом в порядок. You're gonna die. Потому что ты умрешь.
And the Bible says that Hezekiah did something very powerful. И Библия говорит, что он сделал нечто очень мощное. When the prophet looked at him and said, "Get your house in order, you're going to die." Когда пророк обращается к нему и говорит, приведи свой дом в порядок, ибо ты умрешь. The Bible says Hezekiah. Библия говорит. Turned his face to the wall. Изменил, повернулся лицом к стене. There are times in our lives when nobody else can help us but him. Есть время в нашей жизни наступает, когда никто и ничто нам не может помочь, только он. Not my family. Не моя семья. Not my money. Не мои деньги. Not my job. Не моя работа. Not the politicians. Не политики. Not the government. Не правительство. Not anybody else. Никто другой. But my God. Но только Бог. And the Bible says in Isaiah 38. И Библия говорит в 38 главе Исаии. That when Hezekiah needed a supernatural turnaround. Когда Иезекии необходимо было это сверхъестественное изменение, он повернулся своим лицом. To the wall. Повернулся лицом к стене. And he cried out unto his God. И он начинает взывать к своему Богу. And he sought the Lord. И он взыскал Господа. He did exactly what happened in Isaiah 6. И он делает то же самое, что происходит в Исаии 6 главе. He focused on his great God. Он просто устремляется и сосредотачивается на Боге. He offered up prayers of intercession before his God. Он приносит ходатайственные молитвы пред Богом. And his God was and is the God of the turnaround. И его Бог, он был и есть Богом перемен. Because if you read that story, потому что если ты прочитаешь эту историю, he turned his face to the wall. Говорится, что он повернулся лицом к стене. Он воззвал к Богу. And Isaiah was leaving the palace. He was leaving the place. И Исаия, он уходил с этого места. And as he's walking out, and as he's leaving, он идет и он выходит. The God of the turnaround stops him in his tracks. Бог касается его на его пути. Says, prophet. И он говорит, пророк, go back. Вернись. Go back. Возвратись назад. I have heard Hezekiah's prayer. Я услышал эти молитвы. God has heard your prayers. Бог слышит твои молитвы. As you have turned your eyes toward him. По мере того, когда ты устремляешь свой взор на него. As you have set your gaze upon him. По мере того, как ты смотришь и устремляешь свой взор на него. Он напоминает тебе сегодня. I have heard your prayers. All of you. И он говорит, я слышал твои молитвы всех вас. All of you in the balcony. Молитвы всех вас там на галерках. He is the God of the turnaround. Он есть Бог изменений. He is the God who makes a way. Он есть Бог, который находит путь. He has heard your prayer. Он слышал ваши молитвы. And I see Isaiah walking into your life. Я вижу, как Исаия идет в твою жизнь. He's turning around. Когда он обращает все. As the Lord directs him. И когда Господь направляет его. And he is saying. И он говорит. Go tell Hezekiah. Он пойди и скажи Иезекии. I'm giving him 15 more years. Даю ему еще 15 лет. Hallelujah. He turned Hezekiah's life around. Он изменил полностью жизнь его. He's the God of the turnaround. Он есть Бог перемен. What he did for Hezekiah, и то, что он сделал для Иезекии, он сделает и для тебя. What he did for Isaiah, то, что он сделал для Исаии, он сделает и для тебя. He loves you. Он любит тебя. Yes. Да. He is the God of the turnaround. Бог изменений. Imagine Hezekiah. Я представляю, как Иезекия was pretty excited был настолько восхищен, when he sought God. Когда он увидел Бога. God heard his prayer. Бог услышал его молитву. And the word comes back, thus saith the Lord, the God of David. Приходит слово назад и говорит, так говорит Господь, что Бог Давида. Let me release this over you. Просто позвольте высвободить это на тебя. I have heard your prayer. Я слышал твои молитвы. I have seen your tears. Я видел твои слезы. Behold, и вот, I will add 15 years to your life. Добавлю тебе еще 15 лет жизни. And I will deliver you and this city. Я освобожу тебя и этот город. Out of the hand of the king of Assyria. Из руки царя ассирийского. And I will defend this city, Jerusalem. И я защищу этот город Иерусалим. God is saying, Бог говорит, I am rising up on your behalf. Бог говорит, что я восстаю от твоего имени. I am rising up on your behalf. Я восстаю за тебя и ради тебя. I have heard your prayers. Я слышал твои молитвы. I have seen your tears. Я видел твои слезы. I am the God of the turnaround. Я есть Бог перемен. Would you give God praise for that? Воздайте Богу хвалу. Hallelujah. Hallelujah. I am believing for a supernatural impartation. Я просто верю вот в сверхъестественную передачу. Into your hearts and into your lives. В ваши сердца и в ваши жизни. Mark chapter 5. Марка 5 глава.
The Lord wants you to know He's the God of the turnaround. Господь хочет, чтобы ты знал, что Он есть Бог перемен. I haven't forgotten that you're standing. Я не забыл, что вас посадить надо. В хорошем смысле слова. I won't take time to read each verse. Я не буду время занимать, чтобы читать каждый стих индивидуально. I hope you're writing down your prayer request too. Я надеюсь, что вы не забыли записать ваши молитвенные нужды. Because we want to pray over you. Потому что мы хотим помолиться за вас. Mark chapter 5. Марка 5 глава. A ruler of the synagogue. Правитель синагоги, управляющий в синагоге. Made his way to Jesus. Пробирается к Иисусу. Because he was desperate. Потому что он был в отчаянии. For his daughter to get healed. Для того, чтобы его дочь получила исцеление. This man let all of his religion go and took a risk. Человек просто оставляет всю свою религию и просто рискует. Came to Jesus and said, "Jesus, my daughter's dying." Подходит к Иисусу и говорит: "Иисус, дочь моя умирает. I need a turnaround. Мне нужны перемены. I need a supernatural intervention. Мне нужно сверхъестественное вмешательство духовное. Or she will not live. Ибо она по-другому не выживет." And Jesus was on his way вот Иисус идет to Jairus' house. В дом Яира. And as he was on his way to Jairus' house, вот many people followed. Идет по дороге в дом Яира, то множество людей следует за ним. And so as he is on his way to minister to Jairus and give him a supernatural turnaround. И вот по мере того, когда он идет для того, чтобы послужить Иаиру и высвободить вот это сверхъестественное. The Bible says there was a desperate woman. Библия говорит, что была одна женщина. Who had been sick for 12 years. Которая была больна 12 лет. She was weak. Она была слаба. She was broken. Она была разбита. She had spent all of her money. Она растратила все свои деньги. But she was none the better. Но ей ничто не помогало. But somewhere, somehow, she had heard about Jesus. Но где-то как-то она услышала об Иисусе. And as Jesus and all of his followers are making their way to Jairus' house, и вот когда Иисус и его последователи идут в дом Иаира, she, она, pushes through the crowd, она пробивается через толпу, breaks through, пробивается, and hears something so important. И слышит что-то нечто очень-очень важное. The Bible says. Библия говорит. That she said this. Что она сказала это. If I can just touch. Если только я смогу прикоснуться. The hem of his garment. К краю одежды его. I shall be made whole. Я буду исцелена. And if you read it in the original language, если прочитать это в оригинале, or in the amplified, или в другом переводе, it says it this way. Говорится she так, kept saying, что она продолжала говорить. She kept saying, она продолжала говорить. She kept saying, она продолжала говорить. If I could touch что только the hem если я прикоснусь garment, к краю одежды I его, shall be я буду whole. Исцелена. And you know the story. И ты знаешь эту историю. Everybody was pushing in. Что все там толкали друг друга. But there was something about her that made Jesus stop and pay attention. Но было что-то в этой женщине, что заставило Иисуса остановиться и обратить внимание на нее. Because when she touched the hem of his garment. Потому что когда она коснулась края одежды его. The Bible says instantly she was made whole. Моментально она получила исцеление. Jesus stopped and said, "Who touched me?" Иисус останавливается и говорит: "Кто коснулся меня?" And all the people around him said, "Master." И весь народ говорит: «Господин, все тебя трогают. You want to know who touched you? Ты хочешь знать, кто коснулся тебя?» No, Jesus said, «Нет». Virtue went out of me. Иисус говорит, что сила покинула меня. Jesus stopped in his tracks. Иисус остановился на своем пути. He's stopping. Останавливается by you ради тебя tonight. Сегодня. He's stopping by your situation он останавливается tonight. Рядом с твоей He's ситуацией. By your house он останавливается сегодня возле твоего дома. Он сегодня останавливается по дороге туда, куда ты идешь, потому что Он есть Бог сверхъестественного. Бог, который найдет путь там, где пути нет. If you need a supernatural turnaround in если your life, тебе необходимо вот это сверхъестественное изменение standing, сегодня, get in on it, stand up. Продолжайте стоять, а если вы можете anybody еще else? Встать, добавиться к you этой need группе. A supernatural turnaround in your business. Если тебе необходимо supernatural turnaround в твоем бизнесе, если тебе supernatural нужно сверхъестественное изменение в твоем служении, son, если тебе daughter, нужно сверхъестественное вмешательство в жизни твоей сына, дочери или внука, внучки, in Jesus name, и во имя Иисуса, I want the worship team to come я хочу, чтобы группа прославления, пожалуйста, вернитесь назад.
I want to pray over you. Я хочу помолиться за вас. I want these men of God and women of God to stand up with me right now. Я хочу, чтобы эти мужчины и женщины Божьи, они тоже встали рядом. I want us to begin to make our way through the crowd. Я хочу, чтобы просто начали проходить через толпу людей и касаться и молиться за людей, за тех, у которых есть эти молитвенные нужды, а потом мы помолимся. And then we will pray over those who need a physical miracle in your life. А потом мы помолимся о тех людях, которым нужно физическое чудо в их жизни. But if you can kind of move toward the aisles a little bit, если вы можете чуть-чуть так продвинуться к проходу, maybe they should just come by. Maybe we can just have them walk by. Может быть, yeah, let's just do that. Давайте так сделаем, чтобы вы смогли проходить. Let's just turn around and we'll have them walk by. Давайте развернемся, и люди будут просто проходить вот здесь мимо. Even from the balcony, if you will just come down, get in line. But I want every person. God said, I am the God. Чтобы каждый человек, потому что Бог сказал, я есть Бог, Бог перемен. I am the God of the turnaround. Я Бог изменений. I am the supernatural God of the turnaround. Я сверхъестественный Бог перемен. And I am here for you tonight. Я здесь сегодня для тебя. In the name of Jesus, Father, we thank you right now. Благодарны тебе, Господь. Yes, let's begin to go. Просто, пожалуйста, начинайте проходить. If you will begin to start right here and go this way. And let's lay hands on them as they come by in the name of Jesus. А братья и сестры будут молиться за вас. Пожалуйста, проходите вот здесь. Вот в этом Hallelujah, Hallelujah. Pray, church. Церковь, давайте pray. Let's believe God. Давайте верить в Бога. Pastors, let's pray. Пастора, давайте будем молиться за этих людей. Люди будут проходить, а мы будем молиться за них. Oh, thank you, Lord. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, Отец. Thank you, Lord. Благодарим тебя, Отец. Thank you, Lord. Lift your hands this way, church. God, I thank you that you are the God of the turnaround. Мы благодарим тебя за то, что ты Бог перемен. Yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Yes, thank you, Lord. Pray, church. Спасибо, Господь, церковь. Продолжаем молиться. Продолжаем молиться. Thank you, Lord. Благодарим тебя, Господь, церковь. Молимся, молимся, молимся. If you have things written down, если у вас что-то записано уже на листочке, bring them to the altar. Тоже принесите сюда к алтарю эти бумажки. Andrew's got them. И у Эндрю тоже есть корзинка. Watching online. И те из вас, которые смотрят сейчас по интернету. We're going to release our faith for you tonight as well. Мы освободим веру ради вас сегодня. I encourage you to make a point of contact. Я просто хотел бы ободрить вас, чтобы вы нашли какой-то контакт. Something you can reach out and touch there. Что-то, кому вы могли бы обратиться, кому бы могли прикоснуться. Just as a point of agreement. Просто как знак согласия. Because we want to believe for your supernatural turnaround as well. Ваши сверхъестественные перемены.
He is the God of the turnaround. Он есть Бог перемен. And he's going to turn it around for you. И он изменит кардинально твою ситуацию. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Hallelujah. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it.
Yeshua.
broken. Разглашаю, что всякое, все связано, всякая цепи связанные будут разбиты. He is the God of the turnaround. Потому что Он есть Бог перемен. Hallelujah. Hallelujah. I hear a shout of victory. Я слышу голос победы. I hear a shout of victory. Я слышу голос победы. I hear a shout of victory. Я слышу крик победы. And it's coming from the camp of the righteous. И оно идет из праведного лагеря. It's coming from the camp of Michael. Идет из лагеря Майкла. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. You know, we can assume that everyone here in this atmosphere. Можно спокойно предположить, что все, кто находится здесь в этой атмосфере, has a personal relationship with the Lord. Имеет отношение с Богом. But maybe not. А может быть и нет. We're going to pray for these in just a moment. Мы помолимся за эти записки через несколько мгновений. I'm going to try to give it, try to give invitation. If you're here in the building, anywhere in this building, and you have not made Jesus the Lord of your life. Если вы находитесь в этом здании и вы еще не сделали Иисуса Господом своей жизни, сейчас настало время, чтобы это сделать. Just come to this altar and let us pray. Просто подойди сюда вперед к алтарю, мы помолимся за вас. Wherever you are. Где бы ты ни находился. If you have not made Jesus the Lord of your life. Если ты еще не сделал Господа Иисуса своим спасителем. Today, now, сегодня, прямо сейчас, на этом месте. To do it, if you could just meet us here real quick. Это время для того, чтобы сделать это сейчас. Быстренько вы можете выйти сюда вперед. Come quickly. Просто выходите вперед. Come quickly. If you're coming, or just want to raise your hands right where you are. Если вы хотите выйти или просто вы хотите поднять руку с того места, где вы стоите. Wherever you are, we'll wait just a few more seconds. Мы еще несколько секунд подождем вас. Hallelujah. Hallelujah. You haven't made Jesus the Lord of your life. Today is the day. Если ты еще не сделал Господа Иисуса своим спасителем, сегодня это время. Today is the day. Nobody is going to drag you. Никто тебя не будет силой тянуть. It's your decision. Это твое личное решение. Amen. Point to these cameras. Обращаемся к этим камерам. Point to these cameras, church. Церковь, давайте повернитесь к этим камерам. Look at these cameras. Посмотрите в объектив. It could be. Может быть. That person. Может быть, что этот человек, о котором Господь мне проговорил раньше, он может быть сейчас смотрит нас прямо сейчас. And we are going to believe and lead them in the prayer of salvation. Верите, мы приведем их в молитве спасения. Right now. Прямо сейчас. Friend, if you're watching this. Друг, если ты смотришь сейчас. Know that Jesus loves you. Знай, что Иисус любит тебя. And Jesus died for you. Иисус умер за тебя. Wherever you are right now. Где бы ты ни находился, прямо сейчас. God is there with you just like He's here with us. Рядом с тобой точно так же, как Он близок к нам. And friend, just pray this prayer with us right now. Дорогой друг, помолись вместе с нами этой молитвой. Just pray this prayer with us. Church, просто pray повтори along эту with молитву. Me. Церковь, вы можете также поддержать. Lord Jesus, скажи, Господь Иисус, here I am, вот я. Standing in the need of prayer. Я нахожусь в нужде, в молитве. Lord Jesus, Господь Иисус, save my life. Спаси мою жизнь. I believe, я верю, that you came to this earth, что ты пришел на эту землю, died for my sins, умер за мои грехи, rose again, воскрес to save my life, для того, чтобы спасти мою жизнь. I now make you, я сейчас делаю тебя, the Lord of my life, своим Господом, the Lord of my life, Господом моей жизни. Fill me with your Holy Spirit. Наполни меня своим Духом Святым. Lead me to a place of worship. Приведи меня к месту поклонения. I make you my Lord. Я делаю тебя сегодня своим Господом. Amen. Аминь. Friend, if you prayed that prayer today, друг, если ты молился сегодня этой молитвой, we believe God that you got saved. Мы верим Богу, что ты спасен. We encourage you to get in contact with a church that loves God and that will feed you. Поощрить для того, чтобы ты нашел контакт с поместной церковью, которая будет помогать, поддерживать тебя и питать тебя. Благослови тебя, Господь. You can be seated for a moment. Пожалуйста, присядьте. I would like to also encourage you. When you have your breakthrough, я хочу также ободрить вас, что когда вы будете иметь свой пролом,
Let Pastor Andre know. Также дайте знать пастору Андрею. Share the testimony with us so we can rejoice with you. Поделитесь свидетельством вместе с нами для того, чтобы мы могли радоваться вместе с вами. You're going to have breakthroughs in your life. У вас будут проломы в вашей жизни. God's going to turn some things around for you. Бог что-то кардинальным образом изменит в твоей жизни. And we want to know when it happens. И мы захотим узнать, когда это произойдет. It might be a healing. Может быть, это будет исцеление. It might be a situation that seems hopeless. Может быть, это будет помощь какой-то безнадежной абсолютно ситуации. But I'm telling you, He's the God of the turnaround. Но я говорю вам, что Он есть Бог кардинальных перемен. I'm going to ask Pastor Andre to come and pray. Попрошу, чтобы пастор Андрей помолился. Okay, all the pastors, please come and let's pray. Давайте помолимся за эти записки, молитвенные нужды. Давайте, друзья, все встанем. Let us all pray, friends. Все прострём руки сюда. Let's stretch our hands. Потому что сила в единстве, в молитве. Because the power is in unity. Мы присоединяем всех, кто смотрит и контактировался с нами через онлайн. Мы молимся за вас также. We're also praying for you. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Мы соединяемся сейчас в духе. We join in together in the spirit. И встаём на слово обетования твоего. We're going to stand on the word of your promise. Ты чудотворец. Because you are the miracle worker. Чудеса не закончились. The miracles are not done. Господи, мы разрушаем сейчас. Lord, we are breaking right now. Именем Иисуса Христа. Jesus. И призывая кровь Иисуса. We are calling for the blood of Jesus. На разрушение всякой твердыни. To destroy every stronghold. На разрушение всяких цепей. To destroy all the chains. Которые связывают. That are bound. Во имя Иисуса мы разрушаем дела дьявола. In the name of Jesus, we're breaking the deeds of devil. We're calling on the blood of Jesus. All the sickness. Всякие проблемы в бизнесе. All the problems in business. Всякие разрушения. All the destructions. Всякого рода зависимость. All the Господи, мы не перечислим всего. We can't even name it all. Ты прочитал уже всякую записку здесь. God, you already know all the prayer requests. Мы провозглашаем твою силу, твою славу. We are proclaiming your glory. We are proclaiming your strength. Свободу. We are proclaiming your freedom. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Мы возвеличиваем твое имя. We lift your name up high. И мы сейчас посылаем твое слово шалом. We are releasing your word shalom. Ты сказал, ты послал слово и исцелил их. Because you have sent the word and you have healed them. Мы провозглашаем целостность шалом. And we are proclaiming the whole. Благословение your Твое peace, your blessing, во имя Иисуса in the name Христа of Jesus Christ. И благодарим Тебя, Господь. And we are grateful to, we thank Бог, you, Отец, Сын и Святой Дух. In the name of the Father, Amen. Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Будем благословлены общением и ужином. Be blessed встречаемся by the через час. And by the dinner. We're going to meet us back in an hour.